что ж, всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, мы продолжаем проходить Far Cry 4. Как я обещала, за кадром я буду освобождать... Ого, там парень на чем-то едет? Или нет? Нет, это просто наши друзья. Так вот, буду освобождать башни, буду освобождать лагеря, делать это за кадром, чтобы не тратить на это много времени. В общем, я сейчас забралась вот на эту башенку, и сейчас мы ее отключим. Отключим, да. И после этого мы уже с вами двинемся по сценарию. В общем-то, с качеством видео я смирилась, и поэтому решила веб-камеру вам поставить в угол, чтобы было не так обидно за то, что вся картинка разваливается на пиксели. Как круто, смотрите. Ну, мы этих всех ублюдков потом мы их всех побьем, потом я буду все освобождать. Просто когда открыта карта, гораздо проще ориентироваться. Ну вот, смотрите, теперь хотя бы понятно, что где происходит, так? Вот и территория, так, а нам надо добраться куда? Кто-нибудь скажет мне, какое мое задание, куда я должна дойти? М? Где задание? А, вот оно, S, правильно. Сабал. Насквозь, что ли, идти как-то? Ну, попробуем. Ладно, пойдем туда. Так, как туда добраться? Это в какую сторону? Это туда. Слушайте, так у меня же, я же костюм купила, правильно? А если не купила, я разобьюсь? Хотя, подожди, что, навыки? Можно навыки какие-то прокачать? Не, у меня всего одна, давайте. Так. О, shift! О, боже. Главное, что я освободила эту башенку. Плевать, ладно, бежим до С. Многие говорят мне, Ксюшка, давай лучше на машине. Не хочу на машине, друзья, ну, не прикольно это. Мало ли, животных по дороге встретим, еще что-то. Так, в общем-то, там что-то происходит. Мы поможем? Там же, кстати, враги едут или чего за конвой? Быстро как-то. А, нет, вот все. Все вижу. Давайте аккуратно сползать. Аккуратно, сказала Ксюша и сломала себе коленки. Да! Я определенно молодец. Ну что, уберем его так? Какой у меня план гениальный? Может, кстати, и не получится его так завалить. Если он меня заметит. Будет совсем нехорошо. А мы очень аккуратно будем... Аккуратно сказано тебе, Ксюша. Аккуратно. О, так он бронированный. Конечно, я его с одной стрелы-то не убью. Ну, я сейчас, подождите. Мы очень медленно до него доберемся и освободим бедного парня. За что его схватили, непонятно. За то, что, наверное, он не следует за Моисеевым, за нашим. Ну, давай, уже. Герой, подходи. Мы уже почти его завалили. Мы уже близко. Вот так. До свидания. Спасибо. Все? Не за что. Ты спас меня. Не за что, не за что. Кстати, тут опасно ходить-то. Тут все не защищено. А я так бегу насквозь. Как сумасшедшая. Ну да ладно. Мы просто... Какой носорог, да вы с ума сошли! О, боже мой, ну нельзя ж так делать! Это какой-то фейл, мы не успели начать серию, я даже не засекла время. Ну, носорог вообще из ниоткуда взялся. О, расслабились. Мы теперь знаем хотя бы, где находится этот носорог. Что-то попало в глаз. Эй, глазик заслезился. Я как будто в грустную игру играю. Так, где был тот чертов носорог? Где конкретно меня загасил он? Так, возьмем нормальное оружие в руки, пожалуй. И будем идти очень аккуратно. А то опять падла внезапно этот вылезет, носорог, и испугает меня. Вот там враги ездят.
Но это все потому, что у нас не освобождено ничего здесь. Если оно было бы освобождено, совсем другое дело было бы. Так. Вот знаете, Far Cry 3 не был такой опасный. Реально, там, конечно, были животные, но носорог... Опа-опа. Опа-опа. Тихо. Честно? Вообще нет желания сражаться ни с кем из них. Но волка, походу, придется загасить. Ух ты, ух ты, ух ты. Да ладно, вы даже не знаете, где я ведь. Правильно? Пипец, насколько опасна эта игра. Капец. Если бы так же опасно было Far Cry 3, я бы, наверное, его никогда не прошла. Еще у меня и патрон нет никаких. Я просто без боеприпасов, с голой попой. Хорошо, что хоть отбилась от волков. И на том. Спасибо. Осталось просто до точки добежать, хотя бы до безопасной. Раньше, вы знаете, можно было освободить все лагеря и быть спокойным. Как бы ходить и не тужить. А теперь освободишь все лагеря, но это еще не факт, что ты... выживешь. Да ёлки-палки. Вот так достали вообще. Давайте снимем шкуру. Просто невыносимо. Я, наверное, никогда не дойду, куда мне надо. Шкура дикой собаки. А зачем она мне нужна? Так, стрел хотя бы подобрать с них, и то хорошо. Супер. Надо было, кстати, горящих стрел, наверное, докупить. Надо вообще закупить. После того, как я освободила башню. Так, а что у меня, подожди, со стрелами, я что-то не поняла. Сейчас мы разберемся. Давайте возьмем пистолет, в котором ничего нет. Так, есть одна стрела у меня. Супер, живем, как говорится. Слушайте, пока я буду добегать до каких-то точек, я, наверное, точно буду умирать, честное слово. Почему здесь нет чекпоинтов? Прямо сейчас. Мне стало бы полегче. И не так страшно. Опа. Слушайте, у них, наверное, что-то есть. Типа оружие надо подобрать. Есть что-то? Блин. Так. Нет? Взять деньги только. А что, почему? А где боеприпасы? Ничего нет, смотрите. Ну, деньги-то мне зачем? Там, кстати, наверное, вражеский лагерь, да? Прям по курсу. Ой, слоник! Тут тот сказал, оседлай слона. Как-нибудь я его оседлаю, друзья. Чтобы было эпически, но не сейчас. Это вражеский лагерь, да? С другой стороны, как здесь угадать? Главное не попасться. Главное бежать неторопливо до точки. И нигде, абсолютно нигде, повторюсь. А, это мои. Еду, кстати. Если что-то, надо вызывать подмогу. У меня, между прочим, еще много жетонов, и я постоянно про это забываю. Вот так, пусть сражаются там. А мы просто мимо пробежим, такие хитренькие самые. И все у нас будет хорошо. Слоник! Знаете, завалимся на миссию как самые крутые. Вот так, придем со слоном. А можно слона припарковать где-нибудь здесь? Хороший, хороший слоник. Слоники хорошие, и мы об этом знаем. Опа, что это? Отлично. То, что нужно. Так, мне сюда надо или чего?
слышишь какие-то звуки дурацкие. В чем дело? Я могу зайти? Почему не могу зайти? Это было очень тупо. Стой! Подожди, эй! Дружок, ты подожди. Стой! Что с тобой? Ты боишься? Стой! Это была самая глупая сцена в моей жизни. Что это было вообще? Забал. С тобой все в порядке? Ну что, пригодились тебе данные из лагеря? Ой, ну не расстраивайся. Ты их хоть читал? Ну что ты пристал? У меня есть для тебя новая информация. Да, и что? Надежная. 9 моих людей мертвы. Они погибли из-за тебя. В смысле из-за меня? Это ваша работа, я вообще один человек. Правильный выбор был очевиден! Выбор твоего отца! Выбор золотого пути! Это был наш путь, пока не погиб Махан, и мы не увязли в дерьме! Да, но как бы нужно думать наперед, друг. Для нее самое главное — это цель. Она готова жертвовать человеческими жизнями даже по самым ничтожным поводам. Но вообще-то она в каком-то смысле права. Поэтому я тут. Я вмешался, потому что знал Махана. Я уважал его взгляды. Ну, извините, я не Махан. Пойми, что двигало им. Что движет нами. А чего ты держишь там заложника, эй? Отправляйся в монастырь. Тебе многому надо научиться. Ути-путенький какой, ну, ты какой злой прям. Да ладно тебе, прям тут прям будет прям такой злой стал. Далеко до этого монастыря-то? Слоник, ты ушел, да? Нет, слоник здесь. Дружок, можно я на тебе поеду? Ей! Оооо, я даже, если честно... Это дядюшка Бейган. Как ты там, дорогой племяш? Он даже не обратил на меня внимания. Подумаешь, чувак, верхом на слоне. Что влечет тебя? Лотос Амиты? Здрасте. Дерзкая прическа и волевой подбородок Сабала. Каждому свое, но тебе пора выбирать. Признаться, Сабал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но... Постой тут, друг. Я тебе гетеросексуален. И ты лучше всех знаешь, что в этом что? Мире для меня была только одна женщина. В этом мире была у нее только одна женщина? А не пошел бы ты, умник? Так, ладно, я там дальше, наверное, пешком. Не будем мы привлекать слонов много внимания. Ну, ты ж крутецкий, я знаю, но... Лучше добежать до места и так. Тем более, тут недалеко. О! Скидка 25, отлично, процентов, процентики заработали. Так, нам нужно сейчас зайти в храм, видимо, сейчас будут эту маленькую девочку посвящать, я так понимаю? Ну, то есть, я надеюсь, я все правильно поняла? А может быть и нет? А кто знает? Не угадаешь ведь? Хорошо, что мы хотя бы боезапас пополнили, а то я совсем с голой попой шла. Как-нибудь надо за кадром мне почистить вообще карту эту, чтобы чувствовать себя увереннее и спокойней. Правда, жаль, они, конечно, завалили заложника. Это было довольно-таки обидненько. Ой, подождите, а что тут совсем недалеко? Вышка? Пойти на вышку или нет? Нет, рюкзак переполнен. Вообще-то да, наверное. Чё тут недалеко? Освободим, давайте вышку. Присели. И... Аккуратно. Я, короче, даже запела, вы слышали? Привет. Здорово, а чё, нет никого?
Мне ведь не одно это кажется, что чисто. А что чисто-то почему? Ты что здесь делаешь? Надеюсь, все в порядке. А, ну так давайте освободим вышку, раз она никем не занята. Что нам с вами теряться-то? Да? Как нам забраться-то наверх? Давайте освободим. Нам станет гораздо лучше. Там опять задания кармы. Они одни и те же. Если честно, не возникает желания проходить дальше. Ну да ладно. Главное освободить вышку. И нам будут давать бесплатное оружие. Правильно? Это мы уже с вами все выяснили. Поэтому лучше освободим вышку. А этот парень меня даже, если честно, не очень волнует. Да, возможно, слишком жестоко. Зато справедливо. Так. Сообщение для золотого пути. А, зачем продолжать борьбу? Сдавайтесь. Знаете, что вы кусите со своими гениальными сообщениями? Потому что я так и сказал. Все, мы скоро будем наверху. Я прям люблю освобождать вышки, особенно мне нравится получать скидки. Халява! Халяву все любят. Ну, залезай, ну что ты делаешь? Конечно, отделаться это было за кадром, но раз уж она совсем по пути, знаете, смысл. Чё не зайти-то? Ну, давайте. Перенаправляем сигнал. А потом я как-нибудь все освобожу. Как-нибудь потом. Такая музыка еще опять. Самое обидное, что это нельзя скипнуть. Хотя, вы знаете, кстати, мне кажется, что в третьем Far Cry как-то выглядели покруче лагеря эти все. Ну, уж, конечно, и территория была, и местность была немного другая. Тигренок там. Тигренок меня совсем не волнует. Бесплатно в магазине. Вот, ну хорошо. Так, а как отсюда слезть? Ага, вот отсюда, я знаю. Поехали. Теперь хотя бы видно территорию. Так. Чё, навыки. Есть что-то? Да-да-да-да-да-да-да. Так, что прокачать? Перезарядка. Вот. Это очень полезно, реально. Мне это очень нужно. Все. А теперь пойдем. Вот заложника я вижу. Ладно, черт с тобой. Давайте освободим заложника. Чё нам? Пока что это не так много, но ведь мы только начали. Чего? Спасибо тебе, Аджай. Теперь нас услышат новые союзники. Новые союзники, хорошо. Мы... Я, точнее, очень рада. Так, привет, друг. Теперь лучше? Если бы не ты. Если бы не ты, тебя бы так и вели по дороге, пока я бы тебя не спасла. Потому что это заскриптовано. Простите. Может, это не так смешно, как кажется. Ладно, ладно. Черт с ним. Нам главное добраться до точки... И все будет у нас хорошо. Видите, по дороге карму повышаю, получаю для оружия улучшение. Ну, чем не красота вообще? Тут, правда, знаете, я обратила внимание, многие... Еще один. Еще там кто-то. Как вы надоели. Ну, честное слово, ну я, может, не хочу освобождать этих заложников. Ну, так и быть... Я это сделаю. Вас там двое? Трое. Хорош. Все нормально, повезло. Ну что, попробуем со стрел убрать. Правда, конечно, я нахожусь слишком далеко для этого, но... Ох! Ладно, нормально все будет. Сейчас они пока туда пойдут. Да, ну, конечно. Главное, аккуратно все это делать. Видите, какие они глупенькие. Что с вами, ребята? Дела хорошо или что вы такие нервные? Надо перебить охрану вначале. Ладно, куда вы пошли, алло? Эй, парни. Я здесь. Что происходит? Почему они убегают-то? Алло! Эй! Охрана! Вот.
смей трогать заложника. Что ты? Что ты? Ого! Вот так. Так, парень, я тебя спасу. Мы ведь можем его освободить, правильно? Сейчас-то. Уже все? Дружок, только не расстраивайся. Стой, подожди меня. Я почти рядом. Я почти добралась до тебя. Все, ты свободен. Че ж ты натворил-то такое, что тебя аж трое охраняли? Думал, мне конец. Теперь я ваш должник. Они так всегда благодарят меня. Боже мой, люблю прям. Так, ну все, мы, кажется, где-то уже близко. Там враги тоже, наверное, есть, да? Встретьте. Ну, встретить я могу. Главное, чтобы мне никто не нападал по дороге, как обычно. Сейчас будет великое посвящение или типа того. Но прежде я сделаю вот что. Нет, стой. Да. Вот, боеприпасы. Так стало гораздо лучше. Ну, встретим сейчас Раджу. Посмотрим катсцену. Парень молится в стену. Молодец. Продолжай в том же духе. Он отличный парень. Только идиотов не любит. Окей. Выражение лица просто бесценно. Думаю, да что, господи. Фу-фу-фу. О, а теперь привет. Здрасте. А, сын великого Махана. Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Готов. Ба. Банашур, бог богов, создал мир песни. Благодарю песни, его, значит. За это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Так. Мы, видимо, не затем пришли немножко. А, паломничество совершить. И чё? А, так, я поняла. Вы такие все здесь веселые? Какие у вас дела? Свеча — это напоминание, что рост... Нормально всё? ...со стремления выйти за рамки. А-а-а! Свечки все поджигаем, окей. А, нужно ходить, ходить и... Намасте, намасте. Везде все поджечь. Ничего страшного, все сделаем. Палочку какую-то вставили. Интересно, что это все? Так, и еще нужно, да? Где там? А вот я вижу. Что это такое? Жизнь без эмоций – ничто. Безмерные эмоции могут поглотить человека недостатка. Прям такие спецэффекты. И вот с этой стороны, значит, что-то еще есть. Боги даруют нам. Ага. Молитвенный я уже где-то, кстати, вращал такой барабан. Все? Прощай. Я молодец? Стой! Аджай, помнишь карту, что ты раздобыл? На ней монастырь. Солдаты армии приближаются к твоей позиции. Спрячьтесь. Армия идет в атаку. Слышали, да? Армия идет в атаку, баба пошла, как будто ничего не происходит. Женщина! Как бы вам тоже это было сказано. Ой, господи, боже мой. Ладно. Это пипец как сложно, ребята. Это, возможно, я такая косая или еще что-то типа того. Но это вообще жесть как сложно. Я уже это прохожу, наверное, раз третий. Конечно, попытки я свои записывать вам не буду. Но, в общем, надеюсь, вы поймете всю мою попу боль, если вы проходили этот момент. Это очень сложно, на самом деле. Так. Ну все, должно получиться в этот раз. Я, по крайней мере, на это рассчитываю. Фух, это очень сложно, очень сложно. Так, ладно, что еще? Мину мы установили. У нас еще есть... Да, есть. Давайте установим ее здесь где-нибудь. Все, сейчас они пойдут слева, потом справа. Главное нам все защитить. Армия короля, стоять насмерть! Слышь, парень, а дашь мне стрелять из пушки, игрушки? Ты что ты стоишь-то здесь? Вот они бегут, падла, видите? Я отсюда его, конечно, наверное, не убью. Мне нужно другое оружие. Стой! Аджай, нужна помощь!
Я знаю. Им нужен склад с оружием. I get it. Сейчас мы все это сделаем. Им нужен склад с оружием. Они разрушают статуи. Я вижу. О, сейчас парни завалят, наверное. Ах, ты ж посмотри на него, да? Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Ай! Быстрее, быстрее, бежим, бежим! Я не успею опять, наверное. Вы себе просто не представляете, сколько я уже это прохожу. Это же невыносимо. Пофигу мне, пофигу. Напали на монахов! К дверям! На монахов? О, я в шоке, я в шоке! И вот так вот ты бегаешь здесь, как в жопу укушенный, чтобы они никого не убили. Это просто невозможно. Вы себе не представляете, какая это непростая миссия. Я играю, на самом деле, не на хардкоре, серьезно. Пошел нафиг. Спасибо. Еще где-то заложили, наверное, да? Так. Там он бегает, видите? Да падла такая-то, а? Видите его там вдалеке? Все получится. Солдаты напали на склад с оружием. Нужна подмога. Да вам везде нужна подмога. Мне кто помог? Yes. А, быстрее, подбери это оружие, пожалуйста. Нет, не деньги. Мне не нужны деньги. Вот это оружие возьми. Возьми, возьми его. Если ты его не возьмешь, я тебя убью. Бежи с меня! Бежи! Быстрей, быстрей, быстро! У меня сейчас паника начнется в натуре. Я уже просто в шоке. Ты реально просто не успеваешь соображать, когда эти козлы вылезают. Боеприпасы подбирай. Фу, все. Это было вообще непросто. Но я это сделала. Ладно, пойдемте к нашему другу. Брата-акробата. Ладно. Скажи мне большое-пребольшое спасибо. Ты спас нас. Ты прямо как отец, Аджай. Спасибо, Аджай. Спасибо. Не за что, не за что, не за что. Всего лишь с третьего раза, но я это прошла. Так, новую партию оружия теперь можно купить в магазине. Карма. Карму я знаю, я спасибо, я в курсе. Амита, монастырь мы отбили. Монастырь мы отбили. Я пока туда перемещусь. Как раз все продам и куплю... Буду, в общем, без лука бегать, мне так удобнее. Так, давайте посмотрим, что у нас появилось. Хорош, хорош, хорош. Много оружия всякого. Ну, конечно, я столько освободила. Стой, вначале все продать. Спасибо. А теперь что, купить, купить, купить. Так, а я не могу, да, наверное? Модификации, подождите. Опа, опа. У меня есть доступ к модификациям. Сюда поставь. Так, прицел. Нет, не надо. Стой, стой, стой. Не прицел, а... Глушитель. Да, 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 да. Глушитель, глушитель. Отлично. Магазин. Так, покраска мне нафиг не нужна. Отлично. Так, а теперь боеприпасы.
Для пистолета у нас все есть. Для снайперской у нас 10 всего. Уникальная. Мне не нужно пока. Да, у меня есть отличная штука. И я ей довольна. Так, еще у нас есть... что это? Это наверх можно поставить? Только для пистолета, видите? Только для пистолетов. Давайте какой-нибудь пистолет тогда прокачаем. Че? Вот у нас есть скорпион. На него нет никаких улучшений. На что есть? Так, есть улучшение вот на это. На пистолет. Ну, давайте его возьмем. Угу. Так. Его сюда, конечно же. Да. И модификации. Модификации. Вот. Да, мне нужны. Прицел ночной мне не нужен. Магазин. Увеличенный магазин. Нет средств. Ну да ладно. Так, ну вроде как бы все. Да, я могу отсюда выйти? Спасибо. Было бы неплохо. Выпустите. Выпустите меня! Ой, я что, тем из-за того, что я переместилась, я все испортила, да? Ну ладно, черт с ним. В общем-то, серия на этом подошла к концу. С вами была Элисон Роуз, это был Far Cry 4. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.